Давайте рассмотрим специально идею развития философии. Идея развития философии – это, можно сказать, центральная и важнейшая идея вообще диалектики. Каждая следующая категория вот в системе диалектики, она включает в себя все предыдущие категории. Поскольку философское отрицание – это не отрицание зряшное такое, а не отбрасывание, а отрицание с удержанием. Что значит отрицает? Вот если, скажем, я займусь отрицанием, и каждого из здесь присутствующего буду отрицать. Что мне для этого нужно будет сделать? Вот мне нужно будет встать и, скажем, вот вас оттолкнуть. Да? Вот я еще иду, дойду и оттолкну. Потом вас. И что получится в результате этих всех отталкиваний? Что я каждому должен буду притронуться. Так? Вот это Гегель выразил таким вот выражением, что для того, чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. Всякое отрицание, хотя представляется, что отрицание – это полное разделение, это всегда соединение с тем, что отрицается. Вот вы отрицаете своих родителей? Нет. Как же нет, когда ваше рождение есть отрицание своих родителей? Если бы вы не отрицали, вы бы не родились. Вы поторопились с ответом? Как же нет? Но философское отрицание означает снятие. То есть, будучи отрицанием, вы удерживаете все позитивное и положительное в нем. Удерживаете. И все, что есть в них, у вас лучше. И так идет как бы нарастание прогрессивного. Но вы лучше должны быть своих родителей, нет? Что? Лучше должны быть своих родителей. Ну да, это как пример. Если вы были хуже, то какой смысл тогда? У меня внучка спрашивает, говорит, а если мы будем вас хуже, то зачем нас родить? Действительно, я так, кстати, не смог ничего ей сказать. Она так с пониманием, что, ну, она пока маленькая, но они там дальше смотрят. Ну, каждое следующее поколение, оно же берет уже добытое предыдущим поколением и развивает это, правильно? А вы представитель следующего поколения. Ну вот если вы не будете лучше, чем я, то я буду считать, что моя миссия как преподавателя не вполне реализовалась. Правильно? Ну, спрашивается, интересное преподавание. Значит, так преподают, чтобы, не дай бог, студент не стал лучше, чем преподаватель. А зачем такое преподавание? Так у нас тогда все назад пойдет. То есть снятие, вот как никакого другого отрицания философии, кроме снятия, нету. Не бывает. Только снятие всегда. Снятие всегда. И даже вот, ну это вот внимательный любой человек, который это усвоил, а снятие – это отрицание с удержанием. Всего богатства отрицаем его. Вот всякая следующая философская концепция, более богатая, она опирается же на все философские достижения прежние, правильно? Она их отрицает, да, отрицает. А как она их отрицает? Вот вы съели рыбу. Вы же рыбу представляете, у нее глаза, рот, у нее плавники. Это что вы делали-то? Ну, если вы не останетесь как рыба, а построите более высокий, во-первых, белок, ну и более высокое дело сделаете, чем эта рыба, то это тогда получает историческое оправдание, правда? Ну, самое интересное, что вот этот белок, этот человек в этом в известном смысле имеет недостаток по сравнению с растениями. Чем растения хороши? Растения могут создавать белок из воздуха, беря кислород, и беря питательные вещества и воду из земли. И в хлорофилловых зернах идет процесс образования белков. А мы с вами таким свойством, будучи людьми, не обладаем. А есть еще нечто среднее между животными, которые никакие животные белки не создают. А что делают? Перерабатывают одни белки в более высокие. Если взять пирамиду,
вот эту животную, то самых больше всего белков в каком виде присутствует? В виде червяков. Черви. Черви. Вот тот пласт. Потом их едят птицы, рыбы, все. А потом птицы едят, мелких едят, крупные и так далее. А самые крупные, которые уже никого не едят, их человек в зоопарк забирает и, так сказать, их покоряет. Правильно? Нет таких крупных животных, хоть носороги, хоть бегемоты, хоть слоны, которых бы человек не поставил себе на службу. Правда? Или быстрых животных, таких как кони. Это все же снятие, отрицание с удержанием. А есть вот такие растения, у которых хлорофилла нет. Не знаете, это как называется? То есть они тоже перерабатывают какой-то уже белок и строят белок, близкий по составу своему и по полезности к животному белку, хищные, к мясу. А? Может быть, какие-нибудь хищные растения? Какие? Хищные растения, может быть. Грибы это называется. Грибы. Подосиновик ели когда-нибудь? Под березой. Да, это без хлорофиллы в России. Смотрите, что есть. И нога есть, и шляпа есть, только головы нету. А так вообще это наши родственники. И сами белки не создают. Вот шампиньоны, например, выращивать не надо для этого никакое солнце, никакой свет. В туннелях можно, в туннелях там старых, заводских, значит, иметь опилки, мицелий. И в нужный момент понизить температуру, вылезут эти самые маленькие шампиньончики. И все, красота. Продавай, продай. То есть, ну, такое зряшное понимание, понимание отрицания, как вот просто вот уничтожение, превращение в ничто, должно быть отвергнуто. Диалектика такое не принимает. И это соответствует вообще идее развития. Развитие состоит в том, что никогда не прекращается вот усложнение материи, усложнение того, что есть. Хотя бывает регресс, но мы знаем с вами, что регресс – это тоже временное явление. То есть общая линия развития идет от низшего к высшему. И могут быть реставрации, так? Временные откаты, но общая линия все равно продолжается. Вот это очень важно. Даже вот когда люди поют, они должны соображать, что они поют. Например, поют гимн «Интернационал». Весь мир насилием, и что там поется? Можно я скажу? Да, конечно. Разрушим до основания, а затем у нас мы новый мир построим. Где рифма? Нет рифмы. А раньше был правильный перевод такой. Весь мир насилием и разроем до основания, а затем мы наш новый мир построим. Ну, разроем – это не разрушим. Ну, что такое разрыть? Разрыть. Тут я пришел наводить у вас порядок, это сюда. Ну, если я навожу порядок, я должен же что-то о себе подумать. То есть это не значит, что я начал это все топтать и разбивать. Правильно? Разроем, это значит, ну вот, Таврический дворец, разве он не используется? Все время для разных целей. То это был подарок Екатерины Потемкину, так? А рядом улица там Таврическая и Потемкинская. Потемкин Таврический. Там был первый конгресс Коминтерна. Потом там был университет марксизма-ленинизма, факультет партийно-хозяйственного актива. Мне там пришлось попреподавать некоторое время. А сейчас там что? Ассамблея стран участников СНГ. Да, ассамблея стран СНГ. То есть такая организация, которая воплощает ту идею, которую до сих пор расхваливают, ну, такие люди темные, которые говорят, вот 17 марта 1991 года состоялся всенародный референдум, и этот референдум дал один результат. Народ высказался за Советский Союз. А вопрос на референдуме, знаете, какой был? Такой. Вы за обновленный союз советских социалистических республик как союз суверенных государств. Вам это не напоминает СНГ? Суверенные – это такие государства? Независимые. Независимые. Вот это СНГ. То есть
Если я вхожу в союз суверенных государств, что вы там не нарешали, вот у вас, видите, сколько много, да? Я один, а я этому не подчиняюсь. Почему? А потому что я суверенный. А как пелось в гимне Советского Союза? Союз нерушимый, республик свободных. А свобода – это не то же самое, что суверенность. Вот нам для того, чтобы быть свободными, надо объединиться. А иначе нас вот съедят вот соседи злобные. Правильно? Чтобы быть свободными. А иначе нам свободными не быть. И поэтому, когда соединились республики свободные, имея право на самоопределение вплоть до отделения, республики союзные, все имели право, они получили мощное, создали мощное государство. Никто не мог его съесть. А сейчас, ну что это за государство? Из Латвии все уезжают в Европу. В латыши. Ну, а Литву и Эстонию все и не слышно, и не видно. Ну, там уже теперь танки американские приводят. Чего там самостоятельного? Чего там суверенного? Ничего там суверенного нет. Да и не могут маленькие государства быть вообще суверенны. Не могут в современном мире. Монополистический мир. Здесь не может быть таких маленьких государств, которые какую-то роль играют. Тут была Югославия. Да, она была серьезным европейским государством. После того, как ее раздробили на мелкие части, даже не упомнишь же всех, так? Сербия, Хорватия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина. Так, еще этот Косово. Македония. Македония даже назвал. Вон и сколько много. И какую они роль играют? Как на них кто-нибудь прикрикнет? Вот с ними договариваемся, мы договариваемся, на них кто-нибудь прикрикнет за Запада. Уже все, они отменяют то, о чем договорились. Если я хочу договориться с каким-то из этих государств, куда я должен поехать? К тому, кто командует этим государством. А что с ними разговариваться? То есть, надо запомнить, что никакого отрицания, которое было бы просто зряшним отрицанием, нет. Мы и в прошлый раз об этом говорили. Скажем, вот Маркс и Энгельс говорили, что все наше учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. Это что значит? Это частная собственность, топтать ее, что ли, надо? Уничтожать, сжигать, собирать и сжигать? Уничтожение частной собственности может быть только созданием общественной собственности. Если будет все в общественных интересах, ну, значит, она частная собственность уничтожена. Если нет, то и нет. Поэтому только кажется, что одной фразы. Да, можно одной фразы, но раскрытие этой фразы состоит как раз положительное раскрытие в том, что нужно обеспечить целую систему, ну, скажем, чтобы получилась единая монополия, но обращенная на пользу всего народа. И потому переставшая быть капиталистической монополией, чтобы долго не выдумывать, а взять то, что в экономике вырастает само. К этому тенденция идет? Идет. Ну вот, то есть вот с этим связано развитие. С развитием связано и с другим, с выходом за свой предел. Предел что такое? Граница. Граница. Какая граница называется пределом? Максимальная удаленность. А? Какая? Максимально удаленность. Что значит максимально удаленная? Максимально возможно. Что такое максимально возможное? Вам понятно? Да. Ну, например, предел мечтаний. А? Ну, например, предел мечтаний максимально возможное для меня. Предел. Максимально возможное или уже невозможное? Возможно. Возможное. Ну, раз оно возможное, значит, вы за него выходите. Как нет, если оно для вас возможно? То есть какое же оно возможно, так за него можно выйти? Я могу сказать на нем. Не обязательно же идти до. Да. Если это, то что, чего достичь возможно, вы его достигли. А раз вы его достигли, значит вы уже. А что, дальше пропасть, что ли? Да, дальше все, конечно. Пропасть. Да. Ну, невозможно. Дальше невозможно. Откуда такое вы взяли? В жизни такое есть? Ну хорошо, вот я вам, по-моему, уже приводил пример, еще приведу. Елену Исенбаеву, знаете? Да. Вот она 28 мировых рекордов постигла. Вот каждый раз она выходила за свой предел.
А у вас, получается, нельзя за него выйти. Вы бы ее уговорили, сказали, все, хватит выступать. Все, уже достигли максимально возможного. А она опять выходит. И опять. Так вот, идея развития означает постоянное выхождение за свой предел. А кто не выходит за свой предел, как называется? Те люди, которые не выходят за свой предел, как мы их назовем? Ограниченные люди. Ну, это границы же. Они, вот, а вы там говорите, максимально возможно, все. Не выходите за свой предел. А в чем состоит ваше обучение? Скажите, пожалуйста, товарищи студенты. Оно состоит в том, чтобы все время выходите за свой предел. Он у вас отодвигается. Вы вышли за него, новый предел, вы опять вышли, опять новый. Ну, я тешу себя надеждой, что вот мы, скажем, если не совсем бесполезная лекция, то вы, значит, узнали на этой лекции то, что до этого было вам неизвестно, так? Или если известно, то не в такой мере усвоено. И что, это конец, что ли? А за этот предел, а у нас еще будут лекции, и опять будем выходить за этот предел, и так и будем выходить и выходить. А все развитие, ну, а ребенка, если вы посмотрите, вот он сначала голову не держит, а потом держит. Это же было максимально возможное – лежать. А вот если его вот вертикально поставить, то есть если его вот так вот руку не держать, то все боятся родителей, что у него отвалится голова. А он, между прочим, этот ребенок начинает сам пытаться. В отличие от вас, которые уже забыли, как вы тоже это делали, он начинает, так сказать, и уже потом он держит голову, не надо уже держать. А вы его положите, а он-то вернуться не может на живот. И что он делает? В отличие от вас, который говорит, что максимально возможно лежать и болтать ногами и руками. Нет, он начинает пытаться перевернуться. Не так я излагаю, нет? У меня двое детей, точно, и пять внуков, я знаю, как это бывает. И вы знаете, между прочим. Не дадите мне солгать. А дальше что он делает? То есть он делает то, что не умеет. Человек, который выходит за свой предел, не делает не то, что умеет, а делает то, что не умеет. Вот вы как собираетесь развиваться? Вы собираетесь делать то, что умеете, или то, что не умеете? Я собираюсь делать то, что мне нужно. А? То, что мне нужно. А что вам нужно? Вам нужно делать то, что вы не умеете, или то, что вы умеете? Если вы будете делать только то, что вы умеете, то вы развиваться не будете. Вот, например, представьте себе человека, что он умеет там полгода. И вот потом он становится уже большим, взрослым почти, сидит за столом, уже может сидеть и говорит, я всегда буду делать то, что умею. А что вы умели в полгода делать? Скажите, пожалуйста. Сидеть. Сидеть. Вот и сейчас сидят. То есть, это вот, вот мы сейчас должны это такое представление полностью разрушить. Человек, если он человек. Если он соответствует понятию человека, он все время выходит за свой предел. А предел, если вы не записали в прошлый раз, можете записать снова. Это граница, которую переходят. Граница, которую переступают, пишет Гегель. Но раз это можно переступить, значит, это был не предел. Нет, это был предел, а теперь у вас другой предел. И вы все время, выйдя за один предел, оказываетесь перед другим пределом. И снова, если вы собираетесь развиваться постоянно, вы за новый предел будете выходить. Вот если вы хотите на самом деле все время развиваться, а не так, что я буду делать то, что мне нужно, а нужно делать только то, что я умею. И все, и застряли вы, и остановились. Я вас пытаюсь, так сказать, куда-то продвинуть вперед, а вы упираетесь. Если ты раньше не понимаешь, вот смотрите, ты не можешь. Показываю. Вот смотрите, вот. Ну... Так, что бы у нас такое взять? Ай, во. Вот смотрите. Вот видите, вот эта линия, да? Достаточно широко ее видно. Линия. И вот летит самолет. Вот пока он еще не подлетел к этой линии, он может двигаться к этой границе? Это граница. Граница этих двух вот частей этого пространства. Пока он еще не подлетел к границе, может еще лететь? Эта граница не предел? Ну, если он может еще двигаться, да? Вы согласитесь со мной, что если он еще не долетел до этой границы, то он может не двигаться, да? А если он уже перелетел, она тоже не предел. То есть пока он еще только подлетает, она не предел.
перелетел, не предел, спрашивается. Решите логическую задачу. Если на подлете, при приближении к границе, эта граница не предел, а после того, как он ее перешел, она не предел, когда предел? Ну, промежуточный предел, и все. Что? У меня-то определение из истории и философии, а у вас ниоткуда. У нас с вами неравенство сейчас. Я вам хочу дать знания, а вы упираетесь в незнание. Это неправильно. Так вот, определение предела так и дается вот у Гегеля в «Науке и логике». Предел – это граница, которую переступает. А что такое граница, возможно, вы и не скажете. Вот давайте я вас спрошу, что такое граница, поскольку вы хотите определить предел и не можете сказать, что такое граница. Вот если можете, то вы меня должны сейчас посрамить. Что такое граница? Черта. А? Черта. Почему черта? Это нет. Нет, это не к вам вопрос. Вот вопрос. У нас борьба идет сейчас, борьба. Молодое поколение должно победить. Но не сразу. Это условно воображаемая линия, принятая за... Ну, у вас это крайний субъективизм, условно воображаемый. Вот я условно воображаемый крокодил, сейчас подойду, вас съем. Ну, воображать-то могу, я сейчас вас съем, раз вы не знаете, что такое граница. Ты условно воображаемый, это не значит, что сам вот. Не значит. Ну, съесть-то я могу, условно воображаемый вас могу. Ну, воображаемый я буду съеден. Да, вот воображаемый будете съедены за то, что не знаете, что такое граница. А поскольку я не в крокодил, то я вам все равно должен, как преподаватель, объяснить, что такое граница. Можете записать. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, называется границей. Одна и та же определенность. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, называется границей этих нечто. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, называется границей. Я вот сейчас вам приведу близкие, понятные вам примеры. Вы видели, мы сейчас с вами спорим. Мы же не деремся с вами. Я же вас не съем, и вы меня ничем не ударили. Значит, у нас все идет хорошо. И у нас идет не конфликт, потому что конфликт – это переход к такому обострившемуся противоречию, когда сила аргументов заменяется аргументами силы. Никто еще не взял стул, никто не пошел, никого не ударил. Так вы осознаете, что между нами есть спор сейчас, да? Спор. Нет, это не спор, это дискуссия. Как не спор? Спор. Я говорю одно, вы другое. Что знаете, что такое? И вы из спор не знаете, что такое. Я вам скажу. Потому что я обязан вам говорить. Я не просто должен с вами спорить. Я должен вам все время знания давать новые. А спор – это неурегулированные разногласия. Разногласие – это я глашу одно, а вы гласите другое. Разногласие. Не заметили? Я говорю, вот эта граница, а вы говорите, вот эта граница. Это разногласие. Я одно, а вы другое. Я не говорю, это плохо или хорошо. Я в данном случае констатирую, что есть спор. Этот спор нас соединяет. Это вот они думают, что мы с вами деремся, а мы с вами не разговариваем, я с ней разговариваю. Чувствуете, у нас вот с кем завязался разговор-то, он нас соединяет. Да. А нас он не соединяет, потому что вы со мной не спорите, а она спорит. Она мне ближе всего. Ну так? Ну так получается, потому что это спор соединяет людей, ну раз мы спорим. А он нас и разъединяет, потому что это спор. Потому что она одно гласит, а я другое. То есть одна и та же определенность нас соединяет и разделяет. Поэтому граница у нас какая? Спор. Это наша граница. Или, привожу другой пример, простой и понятный. Сейчас у нас что с вами происходит? Сейчас, товарищи, у нас лекция. Лекция нас соединяет или разделяет? Соединяет, потому что это вот я тут выступаю, вы тут активно в этом участвуете, слушаете, возражаете. У нас не такая лекция, что вы просто слушаете, вот так, а возражают активно, то есть мысль работает все время. Опереться можно только на то, что сопротивляется, я тоже это даю в этом отчет. Так? Но она нас и разделяет. Почему? Цели разные. У вас дать нам знания, у нас... А у вас
Получить. Вас получить. Так. А еще нас разделяет так. А почему нас соединяет? Потому что если бы, скажем, не было и вас, и меня, то если бы были одни вы, не было бы лекций. А если был бы один я, ну вот с помощью современных средств вообще-то можно было бы сделать лекцию. Но это уже была не та лекция, правильно? То есть не та, которая учитывает с характера слушателей. Лекции читаются для конкретных людей. Если это лекции, так сказать, такие вот, а не чтение, не зачитывание просто какого-то готового материала. Поэтому лекция нас соединяет и разделяет. Одна и та же определенность, которая соединяет нас и разделяет. Это хорошо? Вот определение границы. И любая граница такая, не только черта, которая разъединяет. Или вот когда вы берете границу между государствами, там есть нейтральная полоса. Кому она принадлежит? Никому. Неправильно. Она принадлежит никому, и тому, и тому. Два утверждения. Два. Но если они не враждуют, эти государства, то это не ваше и не наше. А когда мы с вами дружим, так, вы, наше так сказать, дружественное государство, это наше и ваше. Мы вместе с вами. Вот это наша нейтральная полоса. Так? Но вот всегда получается, что поскольку люди не освоили диалектику, они выпячивают либо одну сторону, если у них дружба, либо другую. Это не ваша и не наша. Вот так получается. Значит, вот мы уже с вами говорили, что, во-первых, развитие связано со снятием. Не просто со зряшным отрицанием, не с выбрасыванием, не с отталкиванием, не с отвержением того, что было в науке, в культуре, в опыте человеческом, да, в сознании. А вот это вбирание в себя, отрицание, но такое отрицание, которое просто создает более высокую концепцию, или более высокую теорию, или более высокий взгляд. Вот хороший журналист, он должен проглотить того, с кем он спорит. Проглотить в каком смысле? Учесть, сказать, вот есть тут положительные ваши точки зрения. Начать особенно с положительных. Долго-долго говорить, как у вас это все правильно, 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 но. Вот как это делает Гегель. Он говорит так. Вот Яков Бёме. У него такая философия. Такая философия. Она нас погружает в самую глубь. Но в смутную глубь. Хвалил? Или, говорит, Кант поставил величайшие вопросы. Мы бесконечно обязаны ему тем, бесконечно, что он поставил такие вопросы. Правда, ни одного не решил. Ну, он вроде поругал его, он все сказал, все, что надо. И все, вот это и есть, так сказать, принятие внимания. То есть не все же строится вот с этого момента. Вот мы пришли, и вот до нас ничего нет. До нас все это было. Дескать, они в этом заблуждались, но они-то в чем-то заблуждались, но они подготовили нам почву для того, чтобы мы пришли к этим выводам, правильно? Более высоким. А более высокие они только потому, что они включают все более простое и более менее развитое. Вот и все. Только поэтому. А развитие идет науки дальше. И, скажем, вся журналистика, она включает в себя весь журналистский опыт, всю журналистскую культуру, накопленную человечеством. Правильно же? То есть в этом имеется в виду, что мы должны овладеть этим искусством, а не так, что я это все оставляю в стороне, говорю, это все ерунда, вот я сейчас скажу и все. Так, то есть мы уже знаем определение развития, что развитие – это борьба, это движение низшего к высшему, простого к сложному. Мы знаем развитие как движение перехода, выхода за свою границу, восстановление этой новой границы, и потом выход за эту новую границу. Ну вот та же самая Есенбаева, сколько она, 24 или 28 рекордов? 28 рекордов сделала. И каждый раз она выходила и делала то, что она не умеет, потому что она никогда не прыгала столько, сколько она прыгнула в этот раз. И так 28 раз. И что плохого будет, если вы выйдете за свой предел и вот станете кандидатом наук не в 50 лет, а в 25. Это плохо, что ли? Плохо? Не знаю. По-моему, это хорошо. Приятно даже. Я потом скажу, она у меня училась. Я ей сказал, выходи за свой предел, она взяла и вышла. Я не думал, что она выйдет, она взяла и вышла. И все. Красота. То есть выход за движение низшего к высшему, выход за свой предел,
снятие везде, незряшное отрицание, нерасаптывание. И при этом постоянная борьба. Борьба чего с чем? С самим собой. Нового со старым, да? А? И старого с новым. Потому что старое так прямо сидит и ждет, что вы поборетесь. Вот поборитесь со мной. Это не так у всех получится. Вот вы новый, а я вообще по сравнению с вами старый. Но я же сопротивляюсь. Вот со мной боролась. А еще она не поборола меня пока. Вот уже она говорит, я не собиралась, я оживляла лекцию. Мы с ней договорились просто, что она будет тут выступать. Она у нас как бы методист. Всегда же должен быть какой-то засланный казачок, который всегда такие вопросы задает и возражает. Да, я просто методист всего же фа. Так. Вот по поводу борьбы нового со старым. Еще раз, давайте вот мы разберем эту ситуацию. Мне однажды пришлось лекцию читать для меня незнакомую. В доме политпросвещения. Директор приходит и говорит, Михаил Васильевич, не пришел лектор, а вот у меня аудитория артисты драмтеатров. Вы можете прочитать лекцию? Я подумал, философия же большая сила, можно же прочитать лекцию. Думаю, что я им прочитаю? Я прихожу к ним и говорю, поскольку, так сказать, никто из вас, из здесь присутствующих, при коммунизме будет, не будет, давайте я вам расскажу про коммунизм. Они сразу оживились, думают, что это будет. Будет такое общество, классов не будет. Больше рассказывают, чего не будет при коммунизме. Не будет ни равенства, не будет классов, не будет того, не будет всего. А что будет? Давайте выясним, будет ли борьба при коммунизме? Да, конечно. Мне кажется, наверное, нет. Если все равно, все поровну. Во-первых, не поровну, а по потребности. Это не поровну. У меня потребность, знаете, какая? 3 обеда съесть, а у вас только один. Какой же поровну-то? В смысле? У нас может побольше. Так это не поровну. Поровну – это не коммунизм. Нет, это уравниловка. Нет, по потребности это... А потом по потребности это не значит, сколько я могу брюхо, так сказать, набить, а сколько на самом деле потребности. У меня вовсе не такие. Надо 1,5 обеда всего съесть, а я 3 съел. Это другая тема. И вот, я им говорю, хорошо, давайте разберем, будет ли борьба нового со старым. В искусстве будет борьба нового со старым? Вот вы, драматически. В журналистике будет борьба нового со старым? Не может же быть, чтобы новое со старым не боролось. Новые приемы, новый взгляд на журналистику. Оно все время борется, да, со старым. Новое это не значит только по форме новым. Если оно действительно передовое новое. Имеется в виду не такое новое, что... Никто не видывал. То есть я вот сейчас выверну пиджак и надену, сейчас выйду, выверну пиджак и приду, выверну пиджак. Это ново будет. Но ничего такого передового в этом нету. Никто меня ругать не будет, скажет, потому что профессора это как бы, это уже там вот сковороду, если оденутся. Да ничего, нормально для профессора, никто это не удивится, скажет, вас не возьмешь. Вот если вы пойдете так, вас осудит общественность университета, а я так что? Меня никто не осудит, скажет, это же... Пожалуйста, я скажу. В следующий раз приходите. Вот. Хорошо, мы дождемся. У нас долго занятие, да? До мая будет. Так что все, мы записали. И вот будет ли борьба нового со старым? Всякое мы с вами знаем из теории, что всякое развитие идет через борьбу нового со старым. Мы это излагали как борьбу позитивной тенденции, прогрессивной, с реакционной, да? С тенденцией регресса. Борьбу нового со старым. Вот новое появилось, родилось. Новое в науке, новое в культуре. Не новое такое сногсшибательно, новое кричащее просто, которое, так сказать, склонно к эпатажу. А действительно новое, передовое появилось. Вот новое, когда оно появляется, оно слабее старого или нет? Новый принцип какой-то еще в жизни вошел. И да, и нет. Как да и нет? Ну хорошо. Вы не защищали диссертацию? Нет. Еще. А я защищал много раз. И вот защищаю диссертацию, там требование такое. И вы должны дать новое, и за это новое должны проголосовать 2/3 совета.
Тут страшное противоречие. Во-первых, или совет должен этот уже, так сказать, привыкнуть к этому. То есть это должно быть давно-давно не совсем новым. Так? Для того, чтобы он проголосовал. Ну как это за новое проголосует 2/3? Подумайте сами. Большинство это уже очень много. Вот когда нас избирают на должность профессоров или там доцентов, то надо, чтобы проголосовало более половины. А что значит 2/3? Значит, треть, если вот не понравится мне ваша идея, вот ваша идея мне не понравилась, и мы вот договоримся, чтобы вот это вот в этом составе треть была против, вы не пройдете. И будет большинство за вас, демократия вся за вас, а по положению ВАК диссертация только тогда может быть принята, когда 2/3. И кандидатская, и докторская, и так. Ну ладно, еще кандидатская, на них смотрят, а кандидат пусть пришел, новый, хорошо. Докторская, это вы хотите рядом со мной встать? На равных? А нас вот они, мы стоим сплоченными рядами, профессора. И чтобы между нами кто-то влез, и еще тут говорил, что... Вы хотите делать то, чего не умеешь. Что делать? Делать то, чего не умеешь. Да я вообще хочу все остановить, чтобы не пролезали такие, как вы, молодые. Значит, мы должны все контролировать, да. Короче говоря, ответьте мне прямо на вопрос. Новый, когда рождается, оно слабее старого или сильнее? Слабее. Ну, слабее. А теперь скажите мне ответ на другой вопрос. Кто побеждает, слабейший или сильнейший? Побеждает тот, у кого есть деньги. Не надо драку заканчивать. Слабейший или сильнейший? Сильнейший. Сильнейший. Ну, что, кто не знает этого? Вы что, не видели мамочку с ребенком? Ну, кто это? Мамочки иногда берут, что-то нехорошее делают даже. Ну неужели можно обсуждать, вот кто слабее, кто сильнее, мамочка или вот этот грудной ребенок? Тут даже не о чем говорить. Ну, конечно, старая сильнее. Вот до чего лекции довести об развитии, это кошмар. Я беру вину на себя. И что тогда? Это новое терпит, несмотря на то, что оно передовое. Действительно, передовое, оно терпит поражение. Вот я этим товарищам излагал, и причем и терпит, и долго, между прочим, вот оно новое борется, стремится ищет поддержки и так далее, и долго никак не может пробиться. Вы, наверное, знаете, как не могут пробиться таланты, да? Да. Вот. Даже есть такая история, значит, товарищ Сталин написал предисловие к книжке одного автора. И прямо там так и написал, что могут удивиться, почему я написал предисловие не к книге какого-нибудь маститого писателя, а вот этого вот молодого писателя. Вот. А во-первых, потому что книга, говорит, хорошая. А во-вторых, потому что хорошим книгам молодых авторов трудно пробиться. А потом они уже не будут нуждаться в поддержке. Я, говорит, и впредь буду делать предисловие только к книгам молодых авторов. И тут вдруг проходит какое-то время и разгромная рецензия на эту книгу. И в этой рецензии написано, что этот вот имя Рек, который написал эту книгу, ввел в заблуждение даже товарища Сталина. Товарищ Сталин по этому поводу выступил в печати со следующим разъяснением. Я вот дал предисловие книжке молодого автора, потому что они нуждаются в поддержке, иначе им не пробиться, бывает, через вот те препоны, которые создаются в том числе и в творческой среде. Вот. А по поводу того, вот этой рецензии, в которой написали, что он ввел в заблуждение товарища Сталина, хочу сказать, а почему вы думаете, что так легко ввести в заблуждение товарища Сталина? И, так сказать, ее эту штуку отмел. Короче говоря, будут... Какие? Борьба. Будут конфликты. Будут споры. Ну, раз будут борьба, конфликты и споры, будут страдания. А вы, артисты драматических театров, значит, будете иметь работу. Поэтому я хочу сказать, что при коммунизме у вас работы будет так же много, как и сейчас. Можете не страдать. Но чем закончится эта борьба? Если это действительно новое передовое, то это новое не пропадает от поражений. Это не уничтожение, не разгром, не исчезновение, а это укрепление. Вот вы на поражениях, на ошибках же учитесь, правильно?
Вот я на вас напал, в следующий раз вы еще больше прочно будете нападать. Правильно? Вы же укрепляетесь в этом. Вот. То есть новое, оно крепнет, крепнет, и тогда вдруг оно начинает теснить старое. И не просто теснить, оно начинает вообще побеждать это старое. И, хочется тут уже сказать, и что? А появляется новое по отношению к этому новому, которое уже не новое, а старое. И процесс начинается сначала. И поэтому это вечная, вечная борьба. Покой нам только снится. То есть тот, кто думает, что мы сейчас вот отмучаемся, а потом будем как бы отдыхать, отдых, в том числе и журналистам, не предусмотрен законами развития общества и природы. Не предусмотрен. Нет, то есть время от времени надо отдыхать, но как отдыхают армии на привале? Привалы должны быть и в самой длительной дороге. Но борьба никуда не исчезнет. И вот кто на эту точку зрения встанет, у него не будет сердце никогда болеть. От чего люди страдают? У них сердечные кризисы какие? Заболевают, причем физически. Почему? Я сделал хорошее дело. А вы вместо того, чтобы меня похвалить, меня оболгали, вот она про меня такое сказала, и то написала. Она журналист, у нее острое перо, и там опубликовала, и там тут есть отдельные профессора, которые делают то да сё и так далее. А я ах! Но если вы настроены на борьбу, у вас этого ах не будет. Что писал товарищ Некрасов по поводу того, как если вас оценивают и на вас нападают? Мы слышим звуки одобрения, не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. Так? Ну, если вы, значит, написали ядовитую такую статью, чтобы, так сказать, как говорится, правильную оценку дать тем, кто заслуживает такой общественной оценки, ну, естественно, его друзья, сторонники против вас начинают что-то поднимать, а вы сразу ручки потираете и говорите, ох, попало. Ну, раз оттуда начинают стрелять, значит, попали в точку. А если бы не попали в точку, они бы никто не обратил. Если никто не обратил внимания на ваше выступление, ну, это плохо. Иногда бывает из-под тишка. То есть в открытую не пойдут, а так. Ну, а как? Без этого не бывает. Это общественная борьба. И кто готов к этой борьбе, почему у него никогда сердце не заболит? Причем это вот бывает на таком, не только на теоретическом уровне. А вот у меня коллега был, мы вместе в аспирантуре были. Вот я его встречаю, он такой весь попущенный. Я говорю, ты что такой? А у него, говорит, у меня сердце болит. А я к тому времени уже две докторские защитил. Как защитил? Защищал. Получал больше половины, меньше двух третей. И третью готовил. Он говорит, так ты, говорю, редко защищаешься, вот у тебя сердце и болит. Как можно, вот, если я не получил доктора сразу, это что плохого? Это вот, представляете, я вот не герой Советского Союза, весь опечаленный хожу. Можно печалиться по поводу того, что я не герой Советского Союза? Или что я не доктор наук? Вот вы печались, что вы не доктор наук? Что-то я не вижу у вас на лице такой печали, грусти. И это нормально. Поэтому, ну, если получится, хорошо. Не получится, нехорошо. Так что, если человек настроен на борьбу, естественно, он ко всяким лишениям, невзгодам, ударом судьбы, как относится? С кем не бывает, но это без этого не пройдешь, Марс говорил. Иди своей дорогой, и пусть люди говорят все, что угодно. Ну вот про вас будут говорить, вы такая, вы сякая, и этакая, и раз такая. И некоторые люди не выдерживают, они начинают болеть, я старалась, я для общества работала, это дело, а мне на меня оплевали. Ну кто вас оплевал, народ, что ли, вас оплевал? Ну какие-то негодяи вас оплевали. Значит, попали вы по этим негодяям? Значит, как показывает рекогносцировка, туда, куда надо, вы пульнули, давайте сильнее еще по ним, еще зарядите, еще давайте и так далее. То есть хорошие полемисты, это если полемисты, они совершенно спокойны. Вот у нас некоторые товарищи, я выступлю, скажем, где-нибудь в интернете, а в комментаторы написали, а вот он такой, сякой, ну, как, грубо говоря, верблюд или крокодил. И мои коллеги, которые не очень понимают, как надо действовать в такой ситуации, они начинают говорить, нет, он не верблюд. И начинается дискуссия, верблюд я или не верблюд. Половина считает, что я верблюд, половина считает, что я не верблюд. А что надо делать, если вы хотите поддержать
Ну так надо эту идею поддерживать, а не говорить, что он не верблюд. Правда? Идея. Ну, я выдвинул идею, а вы моя сторонница. Вы тоже. Вы продолжаете еще более ярко и более понятно и конкретно продолжаете эту линию. А на то, что эти обвинения там обвиняют, да, наверное, крокодил. Ну, давайте обсудим главное. И пошли вперед. И должен сказать, что в самый конец, так сказать, этого советского периода вдруг наш областной комитет партии решил обучать товарищей полемике всякого рода и ведению споров. Печати. И на Романовской даче мы в течение 10 дней там были в закрытом режиме, значит, дискутировали. Нас научили дискутировать так. Ну, чтобы вы приучались к этой самой полемике. Ну, под запись. У нас тоже здесь запись. А правильно я понимаю, что вы вчера зарезали 3 человек? Нет. Вот все, вы проиграли. Потому что если нет, все преступники всегда отвечают, что нет. Ну, все. Если спросишь преступников, так ведь, согласитесь. То есть вы как вот все преступники отвечаете. А вы должны были, знаете, что сказать? Зовут меня Михаил Васильевич. Правильно, Михаил Васильевич, что вы 10 человек вчера зарезали, и вот пришли сюда, и хотите на меня перевалить свою вину. Правильно ли? А вы мягкий такой вход. Правильно ли я понимаю? Начинать надо вот с этого. Это наступательное. А вы взяли, если вы скажете «да», ну все, проиграли. Если вы скажете «нет», тоже проиграли. Поэтому начинать я нужно. Скажу. Правильно ли я понимаю, Михаил Васильевич, что вы и дальше лепите, что хотите? Потому что вы только еще спрашиваете меня. Это не злобно вы выступаете. Это как бы... А правильно ли я понимаю, Михаил Васильевич, что вы и так далее? И так тогда продолжаете дальше. И вот мы так с одним товарищем 20 минут. Правильно ли я понимаю? Вы же до таких вещей дошли. И он потом... Потом, когда я ему такое наговорил, он говорит, ну нет. А, ну нет, ну все, проиграл. Ну вот кто первый-то сойдет с этой дорожки? Ну правильно ли я понимаю, что вы так смотрите подозрительно, потому что вы служите в определенной организации. Что надо? Не смеяться надо, говорит. Правильно я понимаю, Михаил Ильич? Вы сами там служите, наверное, полковник. Ну и так далее. То есть человек должен быть в каком? Ну если вы за правое дело, за прогрессивное, так вы должны уметь нападать или только обороняться? Не троньте меня, закрыться, все, вот не бейте меня. Ну, у нас же и в полемике, так сказать, очень все острая полемика идет, современная, в настоящее время. И как же в этой самой полемике, если мы будем только защищаться, нападать надо? Вот такой прием есть психологический. А правильно я понимаю, это дальше уже, и вроде как вы только хотите уточнить, да выяснить, мол, сомневаетесь вы как бы, но в то же время вы в порядке сомнений уже закинули столько кирпичей. И если я вам не накидаю еще больше кирпичей, то я проиграл. То есть никогда мы не уйдем ни в какой период развития общества. Поэтому та наука, которую мы изучаем, не для того времени, в которой мы живем, а навсегда. То есть мы изучаем не вообще такое всеобщее, которое относится к 2017 году и не относится к 2018, или имело место только в 1917, а мы говорим о том, что характерно вообще для всякого развития. Никакого развития. А как вы думаете, появились, например, танки. Танк наш лучший Т-34 своим ходом ехал в Москву. А потом его погрузили, и через ведомство Орджоникидзе он приехал в Москву. Потому что начальник вооружений, так сказать, не хотел принимать это. А пушка лучшая, которая была, Грабина, оружие победы. Ее сделали в отдельном КБ, в Министерстве тяжелого машиностроения. И привезли втайне от Тухачевского, который был начальник вооружений советской армии. И вот утром на полигоне, где должна быть проверка, так сказать, и принятие на вооружение вот тех видов, которые подготовлены, проходит Тухачевский и говорит, это что такое? А выкрасили оранжевой краской, какая была пушка. Это чудище, мы показывать не будем. Дверь закрыл. Построили всех. Поздравил их товарищ Сталин, говорит, ну, а какие есть вопросы, Грабин выступает. Есть вопрос, мы пушку хорошую привезли, а вот товарищ Тухачевский не дает нам ее показывать. Так, ну-ка давайте ее сюда, говорит товарищ Сталин. И поставили, как проверяют пушки. Стреляют, час стреляют, два стреляют. Она должна разлететься в один прекрасный момент.
А стреляет и стреляет, а не разлетается, не разлетается, не разлетается, не разлетается, не разлетается, не разлетается. Так, говорит, вот эту пушку мы берем на вооружение, все. И она пошла. И пушка вот эта стояла на танке Т-34 Грабина, и эта пушка пошла в серию. Это была лучшая пушка Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Вот так появилась. Вот это все в борьбе. А если вы почитаете там вот воспоминания, например, маршала Голованова. Никакой он был не маршал, был гражданский летчик перед войной. И только мечтал научиться летать ночью. И однажды рассказал о своей мечте одному своему коллеге. Перед Новым годом они там встречались, а тот в Ставке работал. А тот говорит, слушай, ты вот это напиши. Это на имя Сталина. Попадет туда в Ставку и... Да напиши, напиши. Ну, он говорит, да, напишу. И ничего не стал писать. Ну, что буду писать? Ну, что я напишу? Проходит несколько дней, ему звонят. Говорит, а вы собирались? Это из приемной, товарищ Сталин. Вы собирались вроде что-то написать? Он говорит, я, говорит, сел, ночь писал, все писал, написал, что вот что я предлагаю. Ну, и написал и забыл. Ну, да, написал и забыл. И поехали с семьей в отпуск. Приехали в аэропорт. И тут подходит, говорит, два человека в штатском. Так, вы этот самый Голованов. Я Голованов. Ну вот, отдайте, пожалуйста, свои вещички. Что у вас семья, да, и билетики отдайте. Вы поедете с нами. Ну, время такое, предвоенное. Все понятно, говорит. Мне сразу стало ясно. Дописался. И вот едем, на Лубянку въезжаем. Ну вот, говорю, приехали. Потом нет, с Лубянки сворачиваем и со Спасские ворота поднимаемся на третий этаж, а там политбюро сидит. Сталин говорит, вот этот товарищ, который написал письмо. Ну, какое, говорит, звание будем ему давать? Полк дадим, пускай учит летать ночью самолеты. Ну, а зарплату какую вам? Тот говорит, да какая зарплата? Ну, что, у вас семья есть? Есть. Ну, так семья-то не должна страдать от того, что вы будете это делать заниматься. Ну, вот давайте, значит, установили. И вот мы, говорит, с утра до вечера занимались только одним. Учились летать ночью по приборам. И тут нагрянула проверка строевой. Какая строевая? Никто не ходил в строевой. Мы только и занимались, как вот самолеты учили ночью летать. Двойку раз, а двойка по строевой в армии означает что? Все, закрывается, распускается эта часть. И вот поехал он домой. И вдруг за ним приезжает опять два человека. Так говорит, вы Грабин? Я Грабин. Поехали. Вы, извините, не Грабин, это Голованов. Поехали снова. И опять приезжаем на Лубянку. Думаю, ну вот теперь наконец мы приехали куда надо. Нет, сворачивают опять туда. Под Спасскую башню, опять в это здание, где кабинет Сталина. Говорит, сидит один Сталин. Ну что, говорит, товарищ Голованов, вы, наверное, понимаете, что такое вот строевая в армии? Я хоть и руководитель Ставки, я не могу отменить закон армейский. Придется вас подчинить непосредственно Ставке. То есть изъять из общей армии и туда. Подчинили его Ставке. И вот это самолеты Голованова в 41-м году поехали бомбить, полетели бомбить Берлин и бомбили. В 41-м году. Это страшное было, так сказать, для... Предупреждение большое, да, для Гитлера и для всех остальных. Вдруг появляется, а у них там огни горят, все хорошо, они же уже это вовсю наступают. И тут вдруг прилетают бомбардировщики ночные и бомбят Берлин. Была история. Это написано вот в книге «Дальняя бомбардировочная Грабина». Ну и так далее. То есть даже и вот в этих вопросах, то есть в технических, шла борьба. Какая будет техника, кого возьмут в серию, кого не возьмут и так далее. А сейчас? Вот сделали самолет Ту-204, а Дмитрий Анатольевич взял и закупил Боинги и Аэробусы. Денег больше нету на закупку. Ну и этот Ту-204 никуда и не пошел. А есть хороший самолет. Несколько штук. Несколько штук, если вы делаете 5 штук в год, это нерентабельное производство. Надо 500 делать для начала. Вот идет такая борьба.
Думаете, у нас нет скоростного поезда? Во-первых, Невский экспресс идет с такой же скоростью, как Сапсан. Только с той разницей, что вот когда были у нас заносы снежные, этот Сапсан сразу у него там эти, то, что под вагонами, куда-то все покорежилось, а наш Невский экспресс совершенно спокойный проезжает, приспособленный. А у нас был разработан «Сокол», наше вот конструкторское бюро, которое делает подводные лодки, разработало поезд, «Сокол» называется, который, ну, и скоростной, и в то же время очень безопасный. Скажем, все эти тамбуры были алюминиевые, они в случае вот лобового столкновения двух поездов, они сминаются, и пассажиры в поезде, даже в случае лобового столкновения, не погибают. Стоит этот «Сокол», а у нас везде «Сапсаны» летают и так далее. Это тоже борьба. А кто-то за это деньги получил, дескать, за то, что он продвинул немецкую продукцию. А это на 30 лет. Это же не просто сейчас вот «Сапсаны», а завтра. А там же обслуживание, запчасти, подготовка персонала и так далее. Короче говоря, какой бы вы сперва ни взяли, ну, в литературе какая идет борьба, и в живописи идет борьба, и в музыке идет борьба. Ну как? Очень просто идет. Одним дают, скажем, огромный зал на Красных холмах, дворец музыки, а другим, который гораздо выше по уровню, скажем, Плетневу, вот на Гарибальди бывший кинотеатр, вот они там репетируют, Российский национальный оркестр, во главе с лучшим дирижером, композитором и пианистом Михаилом Васильевичем Плетневым. Они имеют вот такой зальчик. И это одни имеют вот такие средства для своего развития, а другие меньше. Но действительные ученые и действительные деятели искусства никогда не исходили из суммы денег, которую они получат. Правильно? И это одна из форм борьбы, и поэтому новые передовые все равно побеждает в итоге, и потом история славит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Может, вы будете страдать, будете мучиться, а потом все скажут, она была счастливой. Смотрите, сколько ее все пошло, и все ее уважают, все ее знают, а она даже об этого не знает. Так и бывает, ведь правда? Мы же знаем, как бывает. Значит, вот мы уже три характеристики развития с вами нашли, да? И это, во-первых, движение низшего к высшему. Это выход за свой предел. Это борьба нового со старым. Постоянное. Это снятие. Да, вместо... А не какое-то просто зряшное отрицание. Это снятие. Вот. Хотя сама... Вот эта концепция развития очень древняя. И самые первые, что можно сказать, это самым первым таким философом, который был философом развития, диалектиком, был Гераклит. Все течет, все изменяется. Вот, так сказать, все фраза, которые ему приписывают. Но вот мы с вами уже изменения с вами сегодня рассматривали. Это равенство с собой и неравенство с собой. Можно еще было бы сказать так, что в одну и ту же реку нельзя войти в два раза, имея в виду, что и вода меняется, и русло изменяется немного. И в одну и ту же реку только и можно войти два раза. Если вы в разные реки входите, как же может быть это два раза? Два раза только в одну и ту же реку можно. Потому что как бы ни изменялось русло, и как бы ни текла вода, это вся та же Нева, правильно? Или вся та же Волга. Так что два противоположных утверждения в одном непременно. И это характеристика диалектики. Надо удержать в одном два противоположных утверждения. Вот идея развития, проявившаяся в разных науках, биологии, космологии, истории, были философски осмыслены в трудах представителей немецкой классической философии и прежде всего в сочинении Гегеля. Именно в трудах Гегеля диалектика впервые была разработана как учение о развитии мира. Диалектика Гегеля разработана на идеалистической основе. Вот в свое время Платон мечтал о том,
чтобы государством руководил философ. За всю историю человечества нашелся только один философ, который руководил государством, это Владимир Ильич Ленин. А вот еще ни одного журналиста не нашлось, который был бы, изучил бы диалектику. Поэтому у вас есть шанс прославиться тем, что вы умеете диалектически подходить к решению, так сказать, этих журналистских проблем. Ну, что для этого надо сделать? Ну, надо взять на себя такую вот ношу, взять науку логики, купить ее уже просто так нельзя, потому что она пользуется большим спросом, в том числе и потому, что увеличивается количество людей, которые сейчас изучают диалектику. Если вы, скажем, откроете, я вот выступал несколько раз по вопросам диалектики у Пучкова-Гоблина, там только за введение в науку логики посмотрело больше 200 тысяч человек, больше 200 тысяч посещений. Opera.ru, и смотрите там. Там есть разведопрос о философии, о диалектике, большой очень о диалектике как системе. Вот. И количество людей, которые это просматривают, нарастает. Кружок идет на сайте Фонда рабочей академии, кружок по диалектике. Вот в кружке занимается, как водится, 5-7 человек, а смотрят тысячи. Тысячи. И если раньше это было уделом, ну вот, может быть, каких-то единиц, то на сегодняшний день картина такая, что книгу уже купить нельзя. Но можно заказать в буквоеде, вам ее распечатают, сделают, скопируют с 1971 года. И каждая книга «Учение о бытии», «Учение о сущности», «Учение о понятии» стоит примерно по 400 рублей. Хотя, когда была книга издательства «Наука» нашего ленинградского отделения, вся эта книжка целиком в трех частях стоила 450 рублей. А теперь каждая 400. Вот тут цены растут. Диалектика нонче в цене. Вот так. Так. Значит, если Гегель еще рассматривал это как развитие самой идеи, эту диалектику, то вот уже у Маркса и Энгельса развитие рассматривается как атрибут материи. И диалектика берется как материалистическая. Все, вся материя развивается диалектически. Ну вот с этой точки зрения, что такое пространство и что такое время? Вот есть материя, ее протяженность в пространстве. Это пространство. То есть в покое. Это, она же изменяется, это равенство с собой. Не равенство. Вот это равенство материи с собой – это протяженность. Это пространство. А неравенство материи с собой выражается в категории время. И не только неравенство с собой, а вот это снятие. Если вот что-то произошло в материи, значит, это уже результат развития материи. И все то, что было в развитии материи, все сюда вошло. И поэтому не может быть обратного хода для времени. Время имеет ход только один – вперед. Чему противопоставляется диалектика? Она противопоставляется метафизике. Метафизика буквально – это как бы после физики. Наука о сверхчувственных причинах и началах бытия. Впервые термин употребляет Андроник Родосский, первый век до новой эры, назвавший так группу трактатов Аристотеля о бытии самом по себе. И вот метафизика как метод познания и понимания природы формировалась первоначально в естествознании, затем была перенесена в философию Фрэнсисом Бэконом и Джоном Локком. Что можно сказать по этому поводу? Что исследование с помощью формальной логики без диалектических понятий и без изучения противоречий тоже дает серьезные научные результаты. Но вот эти два подхода очень строго различаются. Есть метафизика, которой можно пользоваться в естественных науках и широко, но когда речь идет особенно об истории и об общественных науках, о жизни общества, о живом, тогда этой метафизики недостаточно. И тогда необходимо, нужно использовать диалектику. А что такое диалектика? Наука, всеобщая наука о развитии.
Классическая метафизика 17-18 веков была антидиалектична, то есть не признавалось развитие, и механистична, то есть все формы движения сводились к механической. Как бы вот вечные законы движения небесных тел или само развитие понималось как круговое движение, что вот, ну сейчас у нас что, ведь весна? Март уже наступил? Да. Да, ну скоро будет лето. Мы порадуемся, за летом будет осень, порадуемся урожаю. Потом будет зима, опять будет, вот, наверное, что-то такое у нас, что-то уже зимы какой-то не получается, снежный. А потом опять придет весна, и все опять по тому же самому кругу. Все то же самое, круговое движение. Это вот одна из такая точка зрения, такое понимание развития, такая в литературе есть. Другая точка зрения есть такая, с которой тоже можно спорить, что вот то идет прогресс, ну вспомните, то была французская революция, потом реставрация, потом опять, так сказать, освободились от этой реставрации, снова движение вперед. И вот так то вперед, то назад, то вперед, то назад, что ничего такого в истории не происходит, то вперед идет, то назад идет. И вроде бы как есть какой-то переключатель, который включает то движение вперед, тут движение. А кто это переключатель? Есть такой человек, да. Он не человек, он выше всех людей. Он это все и переключает. Мы же с вами не можем это переключить. Сегодня вот такая линия прогресса, а завтра будет хорошо. А послезавтра опять будет плохо, а потом опять хорошо. И так будет туда-сюда ходить. То есть это вот тоже такое механистическое представление, философия, оно присутствует. Поэтому она существует или в форме плоского иллюзионизма, или творческого эмержентизма. То есть она вроде себя выставляет красиво, но сводится это все опять к тому же самому. Вот с 19 века понятие метафизика означает противоположный диалектике метод. И Энгельс прямо противоставляет диалектический метод метафизическому. Говорит, метафизика, формальная логика, она допустима в пределах своей квартиры, своей комнаты, и она с вами устраивает какие угодно приключения, как только вы выходите на широкий простор исследования. Диалектика, будучи теоретическим образованием, представляет собой довольно сложную систему взаимодействующих моментов. Современная диалектика рассматривает в качестве своих оснований принципы объективности, развития, детерминизма, системности, конкретно исторического подхода. Закон, с точки зрения диалектики, это вот, как я говорил, в самом простом выражении, это спокойное явление, то есть это необходимое, существенное, устойчивое, то есть повторяющаяся связь между процессами и явлениями мира, спокойное явление. Законы делятся на всеобщие, которые ко всем сферам относятся, общие и частные. В рамках детерминизма важно рассмотреть динамические и статистические законы. Законы диалектики – это всеобщие законы. Действие их – живая и неживая природа, общество и человеческое мышление. Отсюда возможен такой ход изучения диалектики во всем. Если это всеобщие законы мышления, значит, если мы изучаем только их как законы мышления, то в силу их всеобщности вы уже все знаете о законах, все главное, всеобщее, о законах природы и общества. Вот что важно. То есть читаю не науку логики, а знаю гораздо больше, чем можно узнать, только изучая какую-то одну область. Что здесь происходит? В человеческом языке, который существует тысячи лет, отражена картина мира. Правильно? В языке ведь никогда связь понятий в языке отражает ту связь, которая есть в действительности. Например, вот Гегель употребляет для равенства с собой такую категорию, как в себе бытие. Вот если у вас что-то произошло, и вы себя плохо чувствуете, вы чувствуете себя не по себе. Что значит не по себе? Неравенство с собой. Или, я вот с вами говорил, с вами спорил, да, а теперь сейчас начну кричать, что вы не правы, а я прав.
вышел из себя. То есть не равен самому себе. Или вы пришли в учреждение, а там секретарь. Сейчас она говорит, я сейчас приду в себя и буду с вами разбираться. А где она была? То есть это вот в себе бытие, казалось бы, такая какая-то вот странная категория, она обозначает равенство с собой однозначно. Однозначно равенство с собой. И вот эти переходы, эти есть в диалектике, вот не случайно, когда мы взяли эту фразу «иное, иного, есть иное», но это же есть в языке. Раз это есть в языке, оно есть и в жизни, потому что не может появиться в языке то, чего бы не было в жизни. То есть они один раз могут появиться, два. Но для того, чтобы это закрепилось в языке, чтобы такая фраза была возможна, иное, иного, есть иное, для этого миллиарды раз должно это появиться в языке, проявиться. И это не в английском только языке, не в немецком, не в русском, а, как Гегель говорит, во всех развитых языках, то есть в человеческом языке. Можно только переводить на разные языки. И от этого перевода суть дела не меняется. Вот в чем дело. Поэтому, если я, скажем, некоторый упор делаю вполне сознательно, с учетом наших возможностей с вами, что мы не имеем возможности проникнуть во все разные сферы жизни и деятельности человечества, но мы можем проникнуть во все общее и тем самым знать то, что действительно и для этих всех сфер. И для этих всех сфер. Скажем, некоторые понятия, когда их сформулируешь, они сразу делают ясным некоторые вопросы из другой области, которые нам до этого были не ясны. Вот сколько говорится про кооперативное движение, про кооперацию. То одни так ее понимают, другие сяк. Как вот у Маркса, который стоит на гегелевской такой основе, объясняет, что такое кооперация. Кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц работают в одном или связанных между собой процессах производства. Планомерно работает. Если вам удалось достигнуть планомерности, это кооперация. Эта кооперация была уже при рабовладении. Скажите, пожалуйста, основная масса труда где проводилась? Ну, в латифундиях рабовладельческих, правильно? Где трудились рабы? На рабов, на рабовладельцев. Поэтому, а там были управляющие, это была кооперация. Но эта кооперация, на окраинах, так сказать, этой кооперации были элементы и купли-продажи. Что-то и покупали рабовладельцы, правда, диковинки какие-то. А основное для жизни все получали за счет труда рабов. То же самое. Помещик. Где основная масса продуктов и как производилась? На барщине. А на барщине был управляющий. Ну, помещик там не ходил и не управлял. Он назначил управляющего, и все. И вот, вот эта кооперативная форма труда и там и развивалась. А у крестьян не было никакой кооперации. Крестьяне, ну, у них община была, только делили эту землю, которую им выделяли каждый раз, каждый год. А кооперации там не было. Каждый на своем участке работал отдельно. А если иметь в виду понятие кооперации, то тогда понятно, что Ленин говорил, что что такое социализм? Это единая фабрика или единый социалистический кооператив. Или единая монополия, но обращенная на пользу всего народа и потому переставшая быть капиталистической монополией. Или берем тоже так же вот понятие очень интересное и глубокое, понятие управления. Ну, вот я даже был одно время доцентом кафедры управления и планирования социально-экономических процессов. У меня и звание такое есть доцента. Я курс читал по управлению. Вот. Ну и, скажем, если давать примитивные определения управления, я вам могу дать, вы их можете записать, и каждый от вас отстанет, когда вы сформулируете, что вот если есть объект, есть субъект, есть воздействие объекта на субъект, причем такое, которое подчиняет движение вот этого объекта целям субъекта, то вот это подчинение объекта целям субъекта называется как управлением. Причем вот этот объект называется объект управления. Субъект, какой бы он ни был, государство, отдельный предприниматель,
велосипедист, неважно какой объект. Еду на велосипеде, еду на самокате, еду на автомобиле, управляю экономикой всей страны, управляю экономикой своего предприятия. Вот это управление, это вот такое метафизическое определение управления. Правильное. Оно правильное же. Всякое управление этому подчиняется. Но вот вы едете на поезде, а вы не думали вот управлять так, что раз и вправо, или влево поезд пустить, не вперед-назад? А вот диалектическое управление такое. Идет борьба противоположностей. Всякий объект противоречив. И поскольку вы не можете, как говорится, подчинить себе законы природы и общества, использовать вы их можете, но их отменить вы не можете. Поэтому вы можете поддержать прогрессивную тенденцию с помощью своих субъективных действий и затормозить тенденцию реакционную. Можно? Журналисты могут поддержать прогрессивную тенденцию в обществе и затормозить, притормозить или противодействовать тенденции реакционной. Могут? Могут. Это вот управление уже в диалектическом смысле. Не надо думать, что мы над всеми законами, и вот некоторые люди их назначат там депутатами или председателями правительства или президентами, они же не могут отменить законы общества, природы. Поэтому они могут, единственное, что могут делать, поддержать позитивное и притормозить негативное. Вот это диалектическое понимание управления. А экономическое управление у Маркса так дается. Всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе. Крупном масштабе. Если мелкое, что, какое тут управление? Вы авторучкой пишете, и хорошо. Что, управляете же? Управляете. Зачем вам определение? Пишите. Всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ. Ну, вы делаете одну часть, я другую часть, она третью, она четвертую. Те собирают, эти объясняют, пятые мешают, и все задействованы, все в деле. Так? Который обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. То есть не только надо связать действия, чтобы не получилось у вас для табуретки три ножки сделали, четыре спинки, а табуреток три или девять. Чтобы этого не было, а это сплошь и рядом происходит. То есть нужно увязать между собой, с одной стороны, и направить движение всего производственного организма в целом. И вот дальше сравнение дает Маркс, что отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. Причем у него-то управление, видите, какое там, палочка у него тоненькая. Даже если он кого-то стукнет этой палочкой, это ничего такого страшного не будет, да? Тем более скрипачку стукнет палочкой, это разве можно такое делать? Недопустимо. И палочки ему не дают. И вообще спиной стоит к людям, вообще некрасиво. Да еще сзади загородку сделали, потому что эти самые дирижеры, они ходят, ходят, могут и упасть туда, шагнет назад. Страшное дело. Всякие непосредственно общие труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. А? Да, отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. Ну, это уже сравнение, как бы, обращение к представлениям. Ну, вот как мне кажется, журналист должен, ну, строгие такие понятия знать, и он спокойно может ими владеть и растолковывать бестолковым людям, что они не понимают вообще, что происходит, потому что не знают основных понятий. А это сплошь и рядом. Я вам хочу сказать, у меня опыт достаточно богатый в этом отношении. Это основная масса людей не знает, о чем говорят. Если хотите, сейчас сразу проведем эксперимент научный. Тем более у нас уже кончается наше время. Да, сейчас я повторю еще раз. Это важно. Всякий непосредственно общественный
труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения производства организма в целом. Сейчас я вам продемонстрирую, что из цикла, что известно еще не есть от того познанное, что как правило, люди не знают то, что у них всегда в руках, под руками, перед глазами. Вот это что? Скажите, пожалуйста. Только не надо читать, а вот скажите, что это такое? Бумага. Бумага. Хорошая. Это мне нравится. Так, бумага. Правильно. Еще что, какие есть варианты? Денежная купюра. А что написано тут? Вы, наверное, видели 500 рублей? Есть люди, которые не видели 500 рублей? Что тут написано? Что это такое? 500 рублей. Банк России. Вот. Кто сказал? Молодец. Я знал, что вы открытие делали. Билет Банка России. Билет. А некоторые говорят деньги. А деньги где? Нету. Как нету? Неправильно. Это же представитель денег. Это такая функция есть. Вот монеты и денежные знаки. Это денежный знак. Бумажки. На них все равно что писать. Как вы понимаете, труда. Что написать 500, что 2000, что 1000, что 300. Одинаково почти. Это не отличается труд. Поэтому они представители денег. Это должно истираться. Поэтому существует такой вот порядок, что если это разорвано, можете сложить, принести в банк, вам должны выдать новую. Сбербанк. Если тут, значит, до четверти разорвано, то же самое. Если грязные мяты, неважно. Люди неграмотные думают, вот такую мяту. Так их смысл в том, что они мнутся, чтобы не пускать в обращение сами деньги. А деньги это что? Деньги что такое? Бумага. Что? Подкрепляет мой кошелек, чтобы они не падали у меня из кармана. Это что, по-вашему, это вот и деньги, да? Нет, это кошелек. А? Что деньги? Что? Что-то вы так скромно так говорите. Журналисты должны наступательно, громко так наступают, говорят. Вы кто такие? Да вы философы, ничего не понимаете. Мы вам, журналисты, сейчас все объясним. Что такое деньги? Одно слово. Это условное. Одно слово. Давайте. Я упросил задачу. Деньги – одно слово. Деньги – это деньги. Ага. Ёлка – это ёлка. Я – это я. Спасибо, я обогатился. Одно слово – деньги. Что? Это не то, что я на вас напал. Я просто пообещал вам продемонстрировать, что известное – не есть от того познанное. И именно потому, что это вам давно известно. Это слово вы употребляете многократно. И вы слышали его с детства. И поэтому с детскими представлениями продолжаете, естественно, как все, и жить. Поэтому, когда речь заходит о научном мировоззрении, конечно, приходится пересматривать заново эти все представления для того, чтобы поставить их на прочную основу. Я вам сейчас напомню, вы вспомните сами. А рубль почему так называется? Рубили. Почему? А? Потому что рубили. А что рубили? Был металл, рубили. А какой? Да. Правильно. Какой металл? Золото. А? Серебро. Нет. Серебро. Серебро отрубали. Рубль. Раз, отрубили кусочек. А еще раньше какие были деньги? Вот я бы сейчас к вам пришел, а здесь бы у меня на поясе шкурки песцов. Сколько у вас этих стоит шкурок надо за это вот это дребедение вот ваше вот этот андроид? Сколько стоит шкурок? Я даже не знаю, сколько он сейчас шкурок стоит. Шкурки это что такое? Это товар? Товар? Какой товар? Любой товар становится деньгами или не любой? Не любой. Ценный. А какой? Который всегда можно обменять, который обладает свойствами всеобщей обмениваемости. То есть я вам шкурки дам, они вам не нужны, но вы тут же возьмете за шкурку вот эту сумочку у нее заберете.
Правильно? Потому что она вам понравилась. А там вот эти бутылки зря стоят. Давайте бутылки сюда, шкурку туда. И так далее. То есть, причем деньгами были такие вещи, которые в карман не положишь, и не положишь ее и в кошелек. Когда развивалось, так сказать, земледелие, то очень ценились каменные жернова. Их трудно же очень сделать. И вот, значит, как вот мы будем с вами тогда? Так, я говорю, вот у меня есть, прикатывай сюда из этого коридора жернов. Я говорю, так покупай у вас. Во. Там написано на жорны. Вы соглашаетесь, я забираю у вас этот ваш телефон. Ваша фамилия? Сысоева. Зуева? Сысоева. Сысоева. Хорошо. Я стираю Попов с этого. Вы же не потащите его в портфель. И пишу там Сысоева. Сделка состоялась. То есть деньги – это товар особого рода. Товар. То, что вы сказали, что это вот эта бумага про эти, вот это очень хорошо. Что это не деньги, а представители денег. Потому что деньги будут эти вот истираться там? Особенно золото. От него откусывали, оно мягкие. Запустят монету, а уже смотрят, от этой монеты мало чего остается. Тогда стали делать бумажки. И оказывается, и бумажки прекрасно ходят. В принципе, вы можете же купить золотую монету сейчас, пойти в банк и купить? Ну, конечно, на это маловато будет, если мало денег. Надо сумма приличная, но купить-то можете золото. И все. То есть они, золото, так сказать, есть деньги, а это представитель денег. Ну и возиться с этим золотом сейчас неудобно, а удобно через представителей. Вот Путин по международным делам не всегда же выступает. А кто выступает? Его представитель. А кто его представитель по международным делам? Вот и все. Ну вот эти бумажки, это как бы Лавров. Который везде ходит, выступает. Еще Захарова выступает постоянно, так? Если надо будет, вот такой вопрос, не надо уж так Лаврова обязательно выпускать. Выпустят Захарова. Вот если нужно, мы же с вами в связке, если мне нужно с кем-то поругаться, я вас выпущу, и вы скажете, а я вроде... Да, подискутировать. Нет, это мне нужно поругаться, а вы дискутировать будете. И все хорошо. Потом я выйду такой, а вы так вот симпатично, так хорошо выступите. Красота. То есть вот тогда мы знаем, что такое деньги. И это вот говорит о том, что у нас такой... Ну что нужно вот для журналиста? Чтобы у него был не поверхностный взгляд, а проникающий в самую глубь. Так? Вот. Вот наша с вами задача. Вот диалектика такую... задачу решает, и в этом смысл ее изучения. Вот. А еще нам вовремя надо закончить. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Все, спасибо. Все.